В столице 100 миллионов человек ежегодно обращаются за медпомощью. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в столице за медицинской помощью ежегодно обращаются 100 миллионов человек. Об этом сообщает агентство «Москва». Уточняется, что также в городе ежегодно проходит госпитализация примерно 2 миллионов человек. Об этом Алексей Хрипун рассказал на 18-й ассамблее «Здоровая Москва», которая проходит с 16 по 19 января на ВДНХ. Там гости могут познакомиться с новыми формами организации медицинской помощи и подходами к подготовке профессиональных кадров. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!